В этом месяце пущинцы обратили внимание на переполненные мусорные баки. Жители нашего города не прошли мимо и оставили жалобы на несвоевременный вывоз отходов. Отправлялись жалобы на портал Добродел. Посредством этих жалоб были отработаны данные задачи вместе с МСК НТ, а также с МБУ благоустройства. Основные задачи касались несвоевременного вывоза мусора, а также складирования на контейнерных площадках. На портал Добродел поступило более 5 жалоб, но также и соцсети, которые мы должны отрабатывать вовремя, поэтому больше 10. В администрации создан Центр управления регионом, куда попадают все обращения жителей. Оттуда вопросы, связанные с вывозом мусора, направляются к региональному оператору. По словам Анастасии Суворкиной, адреса, по которым было зафиксировано наибольшее число жалоб, это Г-19, Г-28 и Д-1. Задержка по забору отходов составила не более 2 суток. На данный момент вывоз отходов производится в полном объеме по графику. И вот эти точечные нарушения режима вывоза отходов в начале ноября, они были связаны с массовой заболеваемостью водителей. Еще одна причина задержки вывоза мусора – поломка техники. По словам Ирины Леонтьевой, на данный момент в связи с самоизоляцией количество отходов выросло на 20%. Техника работает в усиленном режиме, отчего чаще приходят в негодность. Как рассказывает Анастасия Суворкина, пока региональный оператор не мог вывести мусор по графику, отходы складировались на базе МБУ благоустройства. На устранение проблемы были выделены дополнительные бригады, которые старались очистить контейнерные площадки как можно быстрее. Также в администрации создана такая система ЦУР контейнерной площадки. Ежедневно осуществляется контроль с фотоотчетом, который предоставляет МСК. Ну а также у нас есть бригады МБУ благоустройства и контролирующие сотрудники, которые ходят и проверяют состояние контейнерных площадок. По словам Анастасии Суворкиной, профильный отдел администрации всегда на связи с региональным оператором. Вопросы вывоза мусора обсуждаются на еженедельных совещаниях, а также в интернет-чатах. Сейчас Наукоград обслуживают 5 машин. Мусор из серых баков забирается ежедневно, из синих – 3 раза в неделю, а крупногабаритные отходы – 2 раза в неделю. Региональный оператор проводит фотофиксацию очистки каждой контейнерной площадки. На обращение жителей как можно быстрее всегда стараемся реагировать. И в течение суток, ну максимум 2, вопрос всегда бывает решен. Обращаются редко, иногда возникают вопросы по вывозу крупногабаритных отходов, иногда по покраске контейнерного парка, иногда с ремонтом того или иного контейнера. Но это происходит очень редко. Своевременный вывоз мусора зависит не только от регионального оператора, но и от жителей. Иногда очистка контейнерной площадки невозможна из-за заблокированного машинами подъезда к пункту сбора отходов. Помочь сохранить город в чистоте может не только работа регионального оператора, но и ответственное отношение жителей. Ксения Франзина, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.